Это случится с землёю однажды. Несколько секунд и вокруг беда. Небо падает и рушатся города. Забываются имена. Маўляў, усё залежыць ад нас саміх. Калектыў Магілёўскага абласнога цэнтра дзіцячай творчасці яскрава прэзентаваў веды ў галіне эканоміі энергарэсурсаў і заняў першае месца на рэспубліканскім конкурсе «Энергамарафон». Очень много нового узнавала, потому что действительно, насколько много люди просто не знают о нашей планете и как сберечь все то, что мы имеем. Очень приятно рассказывать людям о том, что они должны экономить энергию. 21-е стагоддзе – стагоддзе низковуглеродной энергетики. Для старшего поколения это как полет у космос. Для детей – слово до реализации своих возможностей. Экономия энергоресурсов – реальные инвестиции у будущего. Существует взаимодействие с международными организациями, где внедряются энергоэффективные мероприятия. Ряд учреждений образования являются ресурсными центрами, на базе которых проходит обучение детей, но и не только детей, в том числе и их родителей. Распространяются знания и применение на практике тех методов, которые позволяют экономить энергию. Познавательное мероприятие для детей, для ребят, которое в последующем сможет широко использоваться для образовательного процесса не только в нашей области, но и в целом для республики. Значит, и позволит не только воспитать новых, наших детей в рамках энергосбережения, но также позволит воспитать детей с точки зрения прогрессивного взгляда на в целом энергопотребление и на будущее технологии. У конкурсе «Энергомарафон» приняли удел тысячи навученцев и выкладчиков Беларуси. Все лето до этого руху долучились школьники из Азербайджана. Мы вышли с предложением в союзное государство для того, чтобы провести в следующем году уже международный конкурс с представителями Российской Федерации, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана. Надеюсь, что нашу инициативу поддержат. Сирот магилевских пераможцев республиканского конкурса «Энергомарафон», а так само видеоролик Бобруйской школы-интерната, плакат 40-й школы Могилева и совместный проект навученцев 3-го лицея и 21-й школы Могилева «Энергоэффективная лесвица». Татьяна Сергейчик, Александр Тарасов, «Новины региона».